Все ваши родные единомышленники, то есть они разделяют ваши... Нет единомышленников роднее, я даю им полную свободу мышления. Нет, вы знаете какую-нибудь жену, которая может являться единомышленником мужа своему? Ну, понятно, Надежда Константиновна Крупская, да, конечно. Ну, Ленин, потому что уже спокойно лежал в мавзолее, можно было быть единомышленником, не споря с мужем. А кроме этого... Что значит единомышленник? Ну, человек, который разделяет ваши представления о прекрасном в политике, в геополитике, во внутренней политике. То есть я до такой степени похож на идиота, чтобы мучить жену и детей вопросами геополитики. Бывает же по-разному. Вы же знаете, что иногда нет согласия в семье, иногда люди принимают позицию главы семьи, я иногда совершенно искренне разделяю. В политизированных семьях это семьи? Да нет. А у вас не политизированная семья, просто потому что образование такое получилось? Нет, у меня нормальная семья, то есть это означает, что мы с глубоким уважением с женой относимся друг к другу и стараемся также относиться к детям. И, в общем, как-то особых претензий к ним я предъявить не могу. Мне там, может, не нравится вспыльчивый характер сына, но я сам очень вспыльчивый. Мой папа был очень вспыльчивый. Дедушки один был вспыльчивый, второй нет, но он погиб в войну. Прадедушки были вспыльчивые. Чего теперь с этим подел семейный? А про политику мы вообще с ними не говорим. Политика, как известно, по Черчиллю, это грязное занятие для пожилых мужчин. Вот мы с интересом на это все смотрим со стороны.